Давайте попробуем, сдохнем, ну... Давайте попробуем, сдохнем, мне вот эта идея больше всего нравится. Мне кажется, что императрица самый хард... Ну, я с Мунлордом в мастере еще не сражался, конечно. Да, он только, знаете, что у меня... У меня предложение спаунить ее в Святых Землях, потому что когда в Святых Землях их выпускаешь, они не диспаунятся, а потом уже уезжать. Мне бы Morningstar, у меня 264 урона ему. Пойдем, знаете, что придумал? Зачем встали все? Пойдем, пойдем. Дима, короче, смотри, у меня есть такая идея. Мы можем как-нибудь сделать на рельсах разворот? Да, я думаю. Значит, надо это сделать. Давайте сделаем. А можно две полосы сделать, ниже и выше. Нет, мы заебемся это сейчас по целому строить. Ты прикинь, сейчас целую линию. Только, если честно, я без понятия, как это делать. Какие-то особенные рельсы вроде нужны для этого или нет? Не знаю. Так, ебанвуд. Как рельсы крафтятся? Железо, дерево. Вот я тоже так подумал, взял железо и дерево. Да, вот. Майнкарт трек. Ага, это материал. Сейчас я слетаю до гида. Где-то вроде были еще. Вуф. А, вот у меня 356 штук есть. Pressure plate можно из них скрафтить, они не являются материалом. Короче, идея такая. Мы летим в океан, а ты уже здесь. Я уже здесь. Просто мне интересно, что... Меня уже виверна доебала. Блять. Виверна, кстати, хорошо от паладинового молота вообще отъезжает. Ой, какой дуэльность. Ура, Wormfall выбил. Че? Подожди, Дима, это хуйня. Я и сам вижу. Я просто не понимаю, как их ставить. Ну хорошо, хочешь, сейчас проедусь вот так. Смотри, оп. Я просто реально не понял. Как бы на них сделать разворот? Мне кажется, надо вот с этого, может быть, края начинать его делать. Дим. А. Вот отсюда, может быть, его стоит начать делать. Не, ну просто я пытаюсь тут сделать как-то что-то. Вот, видишь, вот так надо их ставить. А, они так не ставятся, найс. Ну-ка. Если я вот так вот сяду и поеду... Нет. А если ты вверх нажмешь, как будешь ехать? Вот так вот, вот. Ну хорошо, а потом нам нужно как-то вернуться вниз и так, чтобы мы проехали обратно. А я, кажется, подожди, я, кажется, что-то придумал. Ну-ка, сейчас. Сейчас, если я сделаю вот так вот, потом... Вот так вот, и потом... Подожди, не можешь отойти немножко? Ага. Ну-ка, вот если я так сделаю, что будет? Нет. Говно. Нужно повторить, чтобы он скорость не терял. Ты понял идею? Ну да. У нас уже ночь началась, кстати. Да. Ладно, хер с ним, давай как пойдет. Ну-ка. Поехали тогда в святые. Да. Нет, тут говно полное. Надо сейчас это все, пожалуй, сломать. Да, говно полное. Так, бафы надо взять. Бафы. Что? У меня есть бафы. Я бафы взял. Ага, ну я сейчас тоже возьму. Так, я взял, да. Тогда, смотрите, у нас больше места в правую сторону. Если мы поедем, тогда мы едем в правую сторону. Да. Дима, ты с лука, я все-таки рекомендую, потому что тебе, по сути, по прямой надо в нее стрелять. Не забудь шлем, колчан. Да, у меня все стоит. Ворфитовые стрелы. Андрей, просто вноси урон. Сейчас я возьму регенератор. Тебе нельзя умирать. А я попробую выжить. Ну только надо, чтобы я на этот раз не ближе всех к ней был. Ты должен быть самым дальним. Да. И Андрей тоже. Я первый. Должен быть. И уворачиваться от нее в самый последний момент. Тут, видишь, уже летит в тебя. Прыгай, не знаю. Внимание, марсиане. Так, убивайте нахрен. Убил. Ага.
Не, просто проблема в том, что у меня вот реально тогда просто на весь экран эти снаряды ее летели, и просто, ну, никак было не увернуться. Андрей? Так, я для чего бегу? Телепортируйся. Ну, у меня один только вормхол. Да не вормхолом, а пилонами. Че? Пилонами. Пилон. Мы возле пилона стоим. Так, сейчас. Пилон. И... Одинорог. Вижу. А может подальше в начало уйти? Их надо святых землях ее призывать. Ну ладно. И все, как только она призвалась, сразу летим вверх и двигаемся направо. Да-да-да. Так, кто призывает? Ты. Ты призывай, у меня нет ничего. Короче, я ее... Я выпустил. Все. Быстро вверх. Блядь, вот я походу сейчас не улечу от нее отсюда. Улетел. Так, и ты опять, ты почему-то самый дальний. У нас килька мёртв. Я сейчас сдохну. А я забыл бафнуться. Оп, это я, вот нет. Вот сейчас, до последнего момента ждешь, и вот летят мечи, и просто их... Сука! А, ну да, они в нее вообще не попадают. Почему это от тебя не идет стрел, Дима? И... идет. Не ври. Что очень почему, слаб. Почему ты так медленно едешь, я не понимаю? Я тоже не понимаю, а я на максимальной скорости. Сколько у тебя скорость? 102? Да. Так, нет, мы так не убьем. Я вообще по ней никакого урона ничего не поношу. Ну, в натуре, оказывается, можно вообще не прыгать. Я поэтому и сдох, потому что я прыгал. Видишь свое хп, нет? Я похилился. Что? Только мне... Меня на... Знаешь, почему я так ударяюсь? Потому что я нахожусь за ней. Когда она делает свое, блядь, вот такое, блядь, я... Разворот. Угу. Клево. Как ее убивать, я просто не понимаю. Не, ну для начала надо убить. Для того, чтобы я не находился сзади нее. Давайте ее на обычной арене пробуем убить. Ну вот реально, я не вношу никакой урон, и мы не попадаем по ней, потому что быстро движемся. Давайте на нормальной арене пробуем ее. Давайте этой ночью. Мне кажется, мы еще успеем этой ночью. Да, 11:36. У нас есть 8 минут ровно. Что-то. Окей. Сразу летим. Я локом тоже бью, да? Что? Я тоже я луком снова бью, да? Как хочешь. Тогда мы на этой арене или на святой? На святой. Окей. Она, конечно. Святая для мобильности больше подходит. Да. Так, что мне взять? Я, наверное, выложу ее бэк. Так, буду я спаун поставил. Половину. Давайте все быстрее сюда. Поставьте спаун, не забудьте. Я взял шарф, то есть по мне теперь должно еще меньше урона проходить. Ага. Вот мне его некуда вставлять. Тебе не нужно. Все, просто не попадайте под нее атаки. Я постараюсь ее отвести далеко от вас, но при этом недостаточно далеко, чтобы она вас спаун. Андрей, далеко, давай быстрее. Чтобы... Спаун, поставь Виталик. Хорошо. Андрей, ты где? Все, давай, спаун, ставьте спаун. Есть. Убираться отсюда только неудобно, нихуя. Все, я делаю? Давай, да. Вот я прям ее. Вот. Так, да, она на меня нравится, отлично. И... Ну, давай поиграем, красавец. Не вижу половины всего времени. Я не знаю, как в нее мне попадать. Может, мне лучше все-таки пулями? Да, как хочешь, Дима. Я лучше на пули переключусь. Она вообще все свои атаки в меня хуярит. С одной стороны хорошо, с другой стороны нет. Ой, я не знаю, как к нее уворачиваться. Магические атаки вообще по ней не проходят, просто держу в курсе. То есть магические? Вообще они не долетают до нее. Да. Такое ощущение, что у нас сейчас хуже получается, чем в самый первый раз было, когда мы еще в прошлый раз дрались. Ладно, эту фазу мы переживем, допустим. Вот сейчас магические атаки начали проходить. Я просто далеко от нее. Вот когда она мечи пуляет, я хз, как не уворачиваться. Или вот это вот. Не знаю, я просто монтирую это периодически. Мы с собой получаем.
Просто все время надо быть в движении. Право, лево, блядь. А, я просто пытаюсь на одном месте стоять. Забей, тебе это не сильно прибавку к урону дает. Я на самом деле не из-за этого пытаюсь, а просто чтобы что-то хотя бы... Вот сейчас резко все вправо, блядь, двигайтесь и останетесь живы, может быть. Вот уже пол хп. Подруги снялось. У меня пол хп пока. Вау. Магия вообще по ней не проходит, черт повторяю. Вижу, как за нее залетает куча хлорофита. Магия вот сейчас полетела чуть-чуть, да. Просто надо мне ближе к ней держаться, тогда она будет. Держись, не залетай, делай, что хочешь, но надо. Так, она сейчас вторую фазу перейдет. Она перешла вторую фазу. Так, сейчас. Ага. У нее все атаки идут по очереди, второй файл. Это первая, запоминаем, вот это вторая. Потому что я смотрел по этому гайду, вот опять пошла. Выняешь с нее. Я вообще не понимаю, что происходит. Да по мне очень мало урона проходит. Я не знаю, то ли уворачиваюсь, то ли у меня доджу, не знаю. Знаю. Меня бьет Possess Armor. О нет. Так, я иду вниз, внимание. А у нас у нас времени нет. 4 минуты у нас, что у нас времени? Какой 4 минуты? Одна! Да, я забыл. Ну ладно, давайте пробуем. Мы не успеем, это 100%. Но так у нас получается. Я должен заметить. Хил. У нас все получается, единственное, что времени не хватает. Видишь, у нее очень мало уже хп на самом деле. Но не, но мы все равно не успеем. Мы не успеем, но в следующую попытку мы ее убьем. Начать сначала. Это как с скелетроном тогда было. Да. Блять. Все, вам пизда. Ну, только вот сейчас, ты сейчас умер, несмотря на то, что утро не наступило. Это да. Немножко обгрущивая не. Я сейчас начал с вами, блядь. А, то есть это мы виноваты, понятно все. Нет, это просто к тому, что надо вот четко, не отвлекаясь, делать свое дело, и все получится. Посмотри, сколько у них 8 секунд, конечно. Не, ну можно сейчас ради угара просто жестко от нее мантить и убить ее. Я появился. Как тебе неудобно вылезать. А, 51 тысяча урона. Представить себе не можете, как у него мало сейчас хп. Я вижу. Блин. Это так близко было. Хорошо, следующей ночью просто берем и гасим. Ну а сейчас получается что, нам ничего не остается, кроме как спать? Или ты опять ребро находишь? Я хочу себе крылья. Ну они не настолько важны. Ну, на самом деле, они мне очень спасали, когда я воевал без кораблика. Очень даже быстро взлетаешь вертикально. Ни слова больше. Я пошел. Shut up and get my money. Я предлагаю другой вариант. Мне на этот батл кто-то дает крылья, чтобы я мансил еще быстрее. Коки! Fast clock! Зомби-баннер. Это ледяную луну вы сделали же, да? 14 штук. Чтоб ты понимал серьезность моих намерений, я сделал 14 штук. Надеюсь, что все бафаются перед батлом? Да. Да. Вау, что это? Да это же мегафон. Так, я уже пойду туда. Все, попали на место. Да. А я оттуда спал. А ты, то есть у тебя бафов нет, или ты их много взял? Я сразу по 4 штуки пошел взял. У меня осталось по одному бафу всего. Я взял тоже по одному. Дайте мне крылья кто-нибудь, пожалуйста. А, да. Дима лучше. Ну ладно. Нет, ты летаешь. Тебе нужны крылья. Лучше Дима, потому что у него пули попадают. Тогда, может, да. Я, знаешь, я тогда возьму стимпанковские, потому что... Я тебе скинул их только что, они у меня working. Хорошо, 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 я просто... Ты зачем воюешь сам? Кто, я? Да. Йо-йо. Йо-йо, и все? Йо-йо, паладин хайм, но у меня йо-йо вносит 200 урона. Так, все, 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 все.
Ну ладно, ладно. Я миличник, чем мне еще с ней воевать? О, блин, слушай, они неплохо так летают. Все эти пыли. Ну, что, мразь? Не, ну, по сути, мы принавравливаться уже начинаем. Как это, печень, не лето, время пострелять, блядь. Давай, животное. Тебя устроит, блядь, время пострелять. Да, у меня еще вот тьфу-тьфу-тьфу доджи просто работают по-царски. Вот я когда начинаю факапить у ворот, у меня так додж. А у меня сфера бьет оборотня. Спасибо, сфера. Так нажми правой кнопкой мыши, как я тебе говорил тогда, помнишь, на нее. Вы сами набили только ее. Так у меня же это разве не только с холостом? Нет, ты берешь в руки посох призывания и нажимаешь правой кнопкой мыши по объекту. У меня его нет на хотбаре. Что тогда забей? Короче, если мы сейчас ее не убиваем, то мы даем Андрею Резерпайн, и Андрей разваливает кабину, блядь, и падли. Просто, скорее всего. Да я не вижу причины, по которой мы бы сейчас ее не убили. У меня такое ощущение, что во второй фазе она легче, чем в первой. Не знаю, почему. Нет, она урона больше в второй фазе наносит. Но от нее как будто уворачиваться легче. Хуя, от нее не легче уворачиваться, сложно. Где эта мразь? Почему она меня не фокусит? Фокус меня... Она меня фокусит. Какого хера на тебя фокусит? Можно не знаю, меня чуть не завалили. А у меня закончились... А, нет, не закончил, у меня просто почему-то кнопка мыши решила перестать быть нажатой. Почти пол хп, ребят. Да. Сейчас по ней очень много урона проходило магического и рейнджового. Давайте так же сделаем, внимание. Оп, увернулся. Да, я прям приноровился к воротам. Она на меня блидинг наложила, я сейчас так хоп, я его сбиваю. А, блидинг, да, она же, да? Но у меня стоит этот паладиновый, я просто их свапаю. Прикольно, прикольно. Так, хилимся. Еще вот у этих ее звезд летающих самое стрёмное, что у них даже их след дамажит. Все, вторая фаза. Да. Что? У меня полное здоровье было. Ничего, ничего, не волнуйся. Просто воскрешайся и все. I'm not using Wi-Fi. Сука! Почему в этот раз так жестко? Я вот не понимаю этого. Давай, 1-0. Чипсики открою. Ты сейчас уже респаунишься, какие чипсики? Я вышел. Так, я здесь. Бля, почему уже так мало здоровья? О, сейчас был дождь вообще от души. Да блять, да что за херня? Вот да. Почему так жестко? Я не понимаю, почему в прошлый раз так все было хорошо, а сейчас нет. Тот же, там много факторов может быть. Не знаю. Ну что, минус Виталик. Да хуй там плавал минус Виталик. Отхилился. Виталик пол на маху, но пытается пока доджить. А, ну сейчас я думаю, Виталик закончится, да. Я задоджил просто от души. Да, все, пиздец. Так, Андрей. О, живой кто-нибудь. Я тоже. Это надолго. Да, я из дома, выйти. Не, у меня клавиши все перезависли. Нафиг. Очень жестко у меня это случается. Я не понимаю, почему в этот раз так плохо. Они исчезли, эти звезды, в последний момент как раз я успел не умереть. А вот сейчас умру, да. Нет, все, я ее переагрил. Живи, блядь, Дима. Я сдох. А я жив. Тогда Андрей, живи. Работаем, ребята, работаем пока что. Еще
Блять! Я залетел в звезду прямо. Блять, вот мне сейчас единорога тут не хватало для полного счастья. Блять. 3, 2, 1. Респаун. Печком. Че, легко говоришь, блять? Не потно? Да не, я говорю, в прошлый раз почему-то было намного проще. Да, хуй ты мне тут просто кончишь. Так, я жив. Сейчас, на самом деле, эти крылья дрона просто пиздец помогают. Вот, возможно, поэтому я сейчас и умираю, потому что у меня их нет. Пацаны, поднажали, 14 тысяч. Мне кажется, поднимать. Стой, с томагавка, мечу больше, как урона. Да. Да, томагавку он тащит. Так. Ебать. Ну что, еще раз? Empress Wings. У меня голова, если честно, сейчас закружилась. А мне лук выпал. А мне красивый призмарихтовый. А мне Винкс выпали тоже. Дайте мне крылья какие-нибудь, а? Что тебе дать? Это лук. Вау. Так, а что это такое? Это мне, да? Дима. Возвращаю. А мне не надо, у меня императрицные. Они лучше? Не знаю. Магическое оружие выпало. Я с ними, пожалуй, побегаю. Кому-нибудь выпало миличное оружие с ней? А мне Nightglow, мне вот это, вот, да, мне то же самое, что Андрею. О, мне выпала хрень, которая дает бесконечные крылья. А она всем выпала, это экспертная. А. Мне еще выпала... А, мне Vanity броня выпала. Я ее даже, пожалуй, поставлю. С крыльями Реброна это... Погоди, Сэнкс это разработчик? Да. У меня опять броня разработчика выпала. Здесь код, конечно. Да, давайте не будем повторять. Да. Я вот не знаю, правильно я сейчас это сделал или нет, но я поставил себе этот артефакт. Я вот не знаю, куда мне его ставить. У меня как Кто хочет броню разработчика? Нет, спасибо. Я еще не знаю почему, но я теперь бегать стал быстрее. Это от крыльев. От трепронских. Allows quick travel in water. Короче, что-то в этом есть, да, в этих ребронских крыльях. А я не замечаю разницы между ребронскими и куда этой. Ставить? Я вот не знаю. Какие лучше эти... А, стоп, это не ее крылья. А. Или это ее крылья? А, это ее крылья. А зачем я все таки? После реброна, окей? Окей. Это не ее крылья. Ну все, поздравляю. Да. Все, нам осталась луна. Морозная и... Можно пиздовать в данж, наконец-таки. Да. О, опять она сдохла. Опять мы не сможем ТП-шиться. Так, менесинг, я не знаю, оставить? Нет, лучше на защиту перековать. Так, куда мне... Я даже не знаю, куда-то ее ставить или нет. Я даже не знаю, куда. Менесинг. Не, на самом деле... Крылья Мироброна это просто жестко, как он залетает, это просто пиздец. Я думаю, ситуативно ее можно оставить. А с этими крыльями можно нажимать наверх? Охренеть, я взлетел до космоса просто за 5 секунд. Вот давай сейчас проверим скорость. А что за крылья-то? Взлета императрицы. Как они называются? Empress да. Wing? Да. А у меня нет таких. Ну, давай, значит. Дима. Давай. Три. Два. Один. Понял, да? Нормально, этим. Даже хочу. Вообще nice.